Здравствуй, Света. Как у тебя дела, доченька? У нас с папой все хорошо, но мы немного волнуемся. Зря мы тебя отпустили на этот остров. Говорят, что там... И не только там, но и... Даже в газетах писали, что... Только на последней странице и совсем мало. Если все это правда, получается, что партия... Но они настаивают, что... Надеюсь, что это просто слухи, и на самом деле все в порядке. Ждем твоего ответа. Целую, мама. Что-то какие-то пробелы. Непонятно. Так, патроны. Тихо. Воу-воу-воу-воу. Чтоб вас... Какие вы... Давай. Живучие-то твари. Блин. Офигеть, пол туловища я снес ей. Она еще живая. Пипец. Га, они такие живучие. Блин, это только две штуки, а если их толпа будет? Фу. Надо быть аккуратным. О, они кого-то съели. Причем из наших. Титан-1, если вы меня слышите, я нахожусь в здании, похожем на школу, и тут кто-то... Ух, твою мать! Теперь, кстати, понятно, почему аптечек столько было. Так, что у нас? Все пусто, здесь ничего нету. Кончики. Воу-воу. Вот, похоже, и школа, да? Да, тихо. Ух ты! Тихо. Давай, дохни. Двери, главное, закрыты, мне не выйти.
пусто. Никакое курение. Блин. Советы доктора Е99. Здравствуйте, дети. Обязательно мойте руки после уборной. Соблюдайте правила лечения. Тьфу. Соблюдение правил личной гигиены очень важно для вашего здоровья и здоровья окружающих. Ваши родители расстроятся, если вы принесете домой какую-нибудь инфекцию. Доктор Е99. Помогите! Сначала завыли сирены, а потом был взрыв. Товарища Барсукова закричала и выбежала из класса. Она бросила нас здесь, одних. Я прячусь в туалете. Слышны вокруг одни крики людей. Я не знаю, что делать. Помогите! Да. Так. Куда же нам? Во время учебной тревоги учащиеся должны четко следовать указаниям. Отлично. Стимулятор. По приказу доктора Демичева мы назначили персональные места в столовой для всех учителей и учеников. Поступило несколько жалоб, но Демичев велел ничего не рассказывать, а мне не нужны проблемы. Ленин. Работали для Родины. Так, ну что, здесь пройдемся или наверх? Давайте здесь посмотрим, что имеем. Все, все мхом поросло. Тихо. Пугайте так. Работникам столовой, пожалуйста, добавляйте по 30 грамм этого порошка в каждую порцию для учеников за столом номер 1. Это экспериментальный усилитель вкуса, он совершенно безопасен. Успехов в работе, директор. Ах, они засранцы. Не ставили опыты на детях. Мясо, морковь, бобы, суп, ветчина, кукурузный. Что такое кукурузный? Что они там ели такое кукурузный? Так, стол один. О, это ж какие-то эти штуковины. Безопасный, блин. Йо-йо-йо-йо! Пец, какие они страшные. Так, ну все, да, здесь? Походу. Давайте сюда сходим. Отлично. Так.
Может ли кто-нибудь заменить меня на работе? Я неважно себя чувствую. Прошу дать мне отгул на завтра. Заранее спасибо, товарищ Морозов. Так. А. Ну это мы... Понятно. Чё за... Это лампа, что ли? Так, наверх. Ничего не открыть здесь. Стол. Мишка Олег любит мороженое. Мой рисунок про Мишку Олега получил первый приз. Он очень понравился дяде, который делает мороженое. Дядя обещал, что Мишка будет на обертке. Наш класс пригласили на фабрику мороженого и угостили эскимой. Товарищ Демичев подошел к нам и спросил меня, почему у Мишки на рисунке такой ошейник. Я сказал, что сам его выдумал. Но на самом деле я видел такой же на руке у одного дяди в лаборатории, где работает моя мама. Он очень красиво светился, и я решил, что Мишке такой понравится. Ваня. Так, что у нас в этих столах? Ничего. Доктор Демичев сказал, что прибор, который устанавливают в школе, безопасен. Но я все равно переживаю. Мой друг, который занимается испытаниями на животных, сказал, что Е-99 вызывает мутации клеток. Как они смеют ставить опыты на детях? Да, жесть. Дети, немедленно спрячьтесь под стол и накройте голову руками. Не бойтесь, все будет. Офигеть. Сегодня мой первый день в школе. Мы с мамой и папой переехали сюда на прошлой неделе. Я не хотел уезжать, потому что все мои друзья остались дома, но папа говорит, что у меня скоро будут новые. Папа не рассказывает, чем занимается на своей работе, но обещает, что здесь нам будет лучше, а еще он разрешил мне завести щенка. Сегодня мы смотрели на уроке фильм про доктора Е-99. Может быть, мой папа работает вместе с этим доктором? Наталья Розова. Не знаю, что замышляет директор, но с тех пор, как всем назначили места в столовой, у нескольких учеников началась сильная рвота. Сегодня вечером проверю кухню, хочу узнать, чем они кормят детей. Если найду что-нибудь подозрительное, сообщу Демичеву. Он все уладит. Давайте двигаемся дальше. Какой-то там проектор еще. Это наш лучший друг, доктор Е-99. Вот наш ответ растущей угрозе со стороны США. Американцы создали мощное оружие, атомную бомбу, и уже испытали ее на двух больших городах. Но благодаря недавнему открытию у нас есть достойный ответ. Мы покорили мощь элемента Е-99. Е-99 редкий.
Пусть даже мечтают, что смогут обратить время вспять. И вернуть старикам молодость. Е-99 нам больше не страшна американская атомная бомба. Возможности Е-99 поистине безграничны. Кто знает, возможно, с его помощью мы сможем скоро путешествовать во времени. Как бы мы ни применяли Е-99, мы будем спать спокойно, зная, что он защитит нас от происков империалистического Запада и сделает Советский Союз главенствующей мировой державой. Нифига у них там планы на этот элемент. Просто. Чуть ли не бессмертными стать. Бедные дети. Первые на Луне. Отлично, еще одна аптечка. Так. Я так полагаю, нам вниз, да? Блин, что за музыка? Ой, что-то мне это... Оу! Кто-то. Лучше по-тихому, чтобы нас не заметили. Произошел новый инцидент, еще ужаснее прежнего. Превышен порог Барисова. Мы опечатываем базу и направляемся к холму. Мы должны немедленно покинуть каторгу 12. Голову сложено тут. Воу-воу! Ух ты! Нифига, даже так! Даже так попал. И он тут не один. Так. Тихо, автомат. R9, Валькирия.
Основной автомат СССР получил прозвище «Выбор Сталина» за идеальное сочетание убойной силы, дальности и точности стрельбы. Так, 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 так. Ух ты! Блин. Ну, автомат уже порезче, порезче. Чем? Пистолет. Да, хоть можно их как-то обстреливать нормально. Максимум аптечек давайте используем. Как раз возьмем одну. Так. Что у нас там? О, отлично. Ништячки. Поджарим, Чимов, поджарим. Я налево, ты направо. Готов? Раз, два, три. Отлично. Рад я тебя видеть, Рэнк. Не будь тебя, мне бы крышка. Мы должны были прибыть к спасателям еще вчера. Уходим отсюда. Сила. Ох ты, нифига себе. Что это за адские твари? Никогда такого не видел. Их что, русские создали? И если да, то зачем? Может, я чего-то и не понял, но, по-моему, в инструктаже не упоминался огромный столб энергии, бьющий в них. Титан-1, говорит Девлин 4-1, прием. Титан-1, говорит Девлин 4-1 на аварийной частоте. Не, ну все равно прикольно сделано. Прям завораживающе. Какая жемчужина? Черная жемчужина? Так, вон там ящичек вижу. Отлично. Эти штуки, я думаю, нам пригодятся. Надо следовать плану. Пойдем к радиолучке, может, там найдем полезное оборудование. Как так. Разведка так лжанулась? На заброшенное место это никак не тянет. Добраться до радиовышки нам надо. Что-то не так. По идее, мы должны слышать сигнал Титана-1. Надеюсь, отряд за нами в эту гребаную дыру уже отправили.
Стой, не спеши, давай. Посмотрим, что здесь вообще. Самое главное это что? Туалет.